Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Пир Есть. Сегодня готовим вкуснейшее блюдо. Готовим на гриле low and slow. Сейчас все увидите. Мы начинаем. Вот такие красивейшие цветы растут в саду. Но вопрос не в этом. Будем готовить сегодня вкуснейшее блюдо на гриле low and slow. Давайте пойдем посмотрим, что у нас сегодня. Вот наш гриль. Готовим на Go Anywhere. Походный вариант. А самое главное у нас сегодня обалденные утиные грудки. Ну и аджаб сандал сделаем. Между прочим, рецепт вы знаете на канале, уже есть, посмотрите, ссылочку сброшу в описании. Для этого мне понадобится раб для стейков, поскольку будем готовить как стейк. Он подходит для говядины, для стейков, для свинины. По сути дела, утиная грудка, она как говядина и будет готовиться по принципу говяжьего стейка. Друзья, ну что, начинаем. Между прочим, хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео, так сказать, авансом. А мы начинаем. Первым делом замаринуем утиные грудки. Я их предварительно подготовил, вырезал. Утиные грудки нам понадобятся с кожей. Вот такие вот они у нас красивейшие. Почему как говядина мясо? Посмотрите, мясо темненькое. Отлично. Я научу вас готовить утиные грудки очень вкусно на гриле методом low and slow. Первым делом замаринуем. Для этого на грудке делаем небольшие разрезы. Вдоль и поперек. С остальными грудками поступаем аналогично. Так вот, отлично. Лишние кусочки, чтобы они у нас не горели, убираем. В принципе, все отлично. Далее в ход пойдет раб. Вы можете использовать любые другие специи, которые вам нравятся. У нас сегодня очередной раз ветрено. Прошел дождик. Не так жарко. Стейки переворачиваем на другую сторону. И просыпаем приправами. Стейки оставим промариноваться, а тем временем займемся грилем. Вот такой вот красивейший результат. Минут 30-40 и будем готовить. Друзья, а тем временем у меня уже разжигаются угли. Я использую брикеты, полный стартер, будем готовить еще овощи. Нам понадобится сегодня сильный жар. Нам понадобится сегодня сильный, непрямой жар. Ребята, посмотрим, что у нас тут. Тем временем я заложил овощи, они уже практически готовы. Будем снимать. Далее перетряхнем угли, отправим их в ту сторону, чтобы у нас была зона прямого и непрямого жара. Подразогреем немного угли и будем готовить утиную грудку. Ребят, уголь я перетряхнул.
Сейчас закрываем, немного прогреваем и сразу же отправляем туда утиную грудку. Для вас секунда, для меня пару минут. Друзья, легких путей не ищем, как обычно у нас преграды в приготовлении, дождь. Но для нас это не преграда, и мы все равно готовим. Кладем грудкой, кладем кожей вниз. Вторые отправляем в зону непрямого жара. Накрываем крышкой и ждем буквально одну минуту. Друзья, самое время проверить. Минута прошла. Ух, отлично. Грудку немного повернем. И еще минуту. Или где-то секунд 30, не больше. Друзья, продолжаем бороться с непогодой. Посмотрите, какой дымок. Шикарнейший. Убираем в сторону. Жир начал капать и гореть. Убираем огонь. Это делается достаточно легко. Закрываем доступ воздуха. Так, огонь ушел. Отправляем туда непрожаренные части грудки. Ну, можно даже перевернуть вот другой стороной грудку. Вот. Отлично. Также тоже ждем минутку. Друзья, самое время поменять местами. Два кусочка, которые были в зоне непрямого жара, идут в зону прямого жара. Так, это у нас с обоих сторон обжарилось. Ждем еще минутку. Так, отлично, в зону непрямого жара. Переворачиваем. Какая у нас сырая сторона? Вот эта. И еще минутка. Друзья, прошла очередная минута. Видите, у нас тут чуть немного разгорелось. Потому что жирок начал плавиться. Вспышки пламени, как обычно, убираем ограничением доступа воздуха. Сейчас замеряем, возьмем быстрый мгновенный термометр и узнаем, какая температура в куске мяса. Сделаю так, чтобы вам было видно. Сорок пять, сорок три, сорок один, сорок семь, да, поглубже. 53. А искомая температура внутри куска мяса порядка 60 градусов, чтобы получить среднюю обжарку. По аналогии с мраморной говядиной и приготовлением говядины на гриле. Сейчас доведем мясо до искомой температуры и будем подавать. Друзья, это какая-то просто феерия ароматов. Самое время снять грудки с зоны непрямого жара и подавать. Вот такие вот шикарные у нас грудочки. Вот такие вот красавицы. Сейчас будем пробовать. Ребятушки дорогие, что у нас тут получилось? Смотрите, какой у нас шикарнейший аджаб сандал. Вот. Рецепт еще раз скину ссылочку в описании, либо будет вот сверху под видео, как приготовить. Ну и вот наши красивейшие утиные грудки, приготовленные по мотивам стейка из говядины, то есть имеет медиум прожарку, при этом имеет медиум прожарку. Вот, давайте попробуем, что у нас получилось. Результат интересует.
Друзья, посмотрите, дорогие мои, какая сочнятельная. Абсолютно готовая утиная грудка, но при этом сочная, вкусная. Не хуже, чем мраморная говядина, я вам честно скажу. Давайте кусочек отрежем и попробуем. Корочка, шкурочка, соки текут, уже не знаю. Давайте пробовать. Друзья, это просто сок. Не буду тянуть, пойду доедать. Пир есть, можно вкусно стейки из утиной грудки поесть. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все социальные сети мои, группа ВК, а также телеграм-канал. Все, не буду томить, полетели.